Другія гульні країн СНД – гэта не толькі шэраг спаборніцтваў. Маштабны мультыспартыўны форум дазваляе гасцям з розных краін свету бліжэй пазнаёміцца з культурай і традыцыямі Беларусі. Гэта сапраўдная беларуская рысь. Пазнаёміцца жывым талісманам другі гульня Украін СНД ў засад пад Магілёвым амаль штодня прыязджаюць адразу некалькі дэлегацый. Так турысты і ўдзельнікі другі гульня Украін СНД у перапынках паміж спаборніцтвамі і трэніроўкамі бліжэй знаёміцца з беларускай фаунай. Они такі красивыя. Скажыце, а похож ты рысік на таго, што видзелі сёння на стадыёне во время соревнований? Ну, они отличаются все равно. Спортсмены почаставали некоторых жыхароў засаду, а экскурсию для замежных гостей провели волонтеры. Город такой очень классный, потому что у нас обычно в Душанбе гор очень много, а у вас такая равнина, и можно очень хорошие фотки сделать. Гэта зняла спортсменка з Таджикістану. Вось некалькі кадраў звыклага нам Магілёва вачыма замежных атлетаў. Так пасля другі гульня Украін СНД гісторыі аб беларускай гасціннасці і культуры разам з гасцямі мультыспартыўнага форуму адправяцца ў розныя краіны свету. Думаю, да, после окончания сезона, дай бог, я, конечно же, вернусь, но уже с семьей придем сюда отдыхать. И уже не в Могилев, а в Минске, дай бог. Ну, Могилев тоже. Могилев тоже. Я думаю, что многие захотят вернуться еще раз сюда. Даже, допустим, вот я сюда встречал одну из делегаций, ехали вместе, говорили, вот мы были в Беларуси, в Бресте всегда, в Минске. Вот Могилев для нас это очень интересно. И вот уже сколько дней прошло соревнование, я отмечаю, что очень интересно, нравится пребывание здесь, и многие планируют еще сюда вернуться. У вечера спортсмены так само не сумуюсь. На фан-зоне до каратистов из Узбекистана долучились лучники из Таджикистана. И уже у эту субботу у Могилёва стартуют новые спаборництвы. Другие гульни Украин СНД. Спортивный комплекс «Олимпийц» примет турнир по карате. Гордей Ягоров, Александр Тарасов, новин региона.